Вот сейчас получил оперативную память от ПРОДАМД в Теннесси. 8 гигабайт. 8 гигабайт. Ну, сейчас мы я раскрою. Сейчас я... What? Пятьсот двенадцать мегабайт в чипе. В одном чипе 512 мегабайт. Вот, сейчас может выключить. Может выключить компьютер. Вот. И continue. Так, видео выключено.
включаю блок питания. Сейчас расположу. Берем и берем на памяти. И сюда. Так, устанавливайте под восстанавливайте таким образом. Щелк, щелк, щелк. Вот, смотри. Теперь включаем блок питания. Вот. Перезапущу. Что?
Вот. Срок ради 2 года, срок службы 3 года, 4 года. Изготовлено в мае 2022-го. Вообще-то 2 месяца назад. Сделано в Тайване. Вот запустился. Альт-делит. Я не буду сказать, скажу пароль. Вот так вот. Запускаю диспетчер задач. У меня только кинетическая версия Windows. Поэтому так с менеджер. Производительность. О! 16 гигабайт. 16 гигабайт. DDR3. Вот, ну вот, все работает. 2 из 4 слота. Одинаковые частоты и одинаковые объемов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, напишите комментарий. Также подпишись на канал. Все, пока.